Складывай. Что, ты складываешь шланг? Складывай. О! Ой, сейчас потыкнешься. Принцесса, принцесса наша. Ну, принцесса мышей. Или принцесса молока. Какой взгляд у нее стал. Уже совсем не котенок. Уже взрослая киса. Киса взрослая. Взрослая киса стала. О, пинул. Молодец, пинул. Что, ты все шланги тут складываешь? Пинай мячик. Пинай мячик. Яка? Яблоко? Дима нашел один одуванчик. Покажи одуванчик, Дима. Покажи одуванчик. Вот какой одуванчик мы нашли, да? Теперь мы ищем второй одуванчик. Ищем, ищем. Вчера еще его не было, да, Дим? Ищем. А что там? Ты ищешь там, да? Это не одуванчик. Нет, Дима, это что-то другое. Ты же видишь, он совершенно другой. Это не одуванчик. Надо где-то вот тут искать. Здесь мы с тобой еще не были. Или он только один еще пока. Ой, ящерка бежит. Ящерка. Ой. Одуванчик. Где же у нас одуванчик? Только один одуванчик, да? А здесь у нас, кстати, рыба до сих пор живет, растет, хотела сказать. Где же у нас одуванчик еще есть, Дима? Где же одуванчик у нас растет? Вчера было 3 одуванчика, а сегодня 1? Ну, хотя бы 2 должно быть. Яблоки зато. А это что такое? Помидоры? Батюшки, помидор нашли. Вот так дела. Одуванчик и помидоры, да? Нет, я не дам помидоры, она мягкая. Странно. Откуда она здесь взялась? Ну ты сейчас это. Она мягкая, Дим. Ну давай еще что-нибудь. И яблоко, да? Сегодня с тобой нашли. Дорка. Помидоры, да? Дорка. Дорка. Дорка, да? Осталось, наверное, только огурец еще найти. Хотя, не знаю, если одуванчик, помидоры, а что будет третье? Прям ребус какой-то. Давай поищем. Что может быть третьим? Одуванчик, помидора. Что, машинка? Это ребус такой, одуванчик, помидорка и машинка, да? Ну-ну. А вы пишите. В комментариях слово какое получится из этого всего. Одуванчик, помидоры, машинка. Есть еще, правда, гриб вот здесь. Может быть, в конце не машинка, а гриб, например. Или, может быть, листочек. Или яблоко. Дима, там яма. Там яма. Что еще может быть? Что третье ты найдешь? Или из двоих только? Одуванчик, помидора.
Одуванчик, помидоры. Дорка, помидорка. Яблоко, наверное. Но это яблоко я сама тут клала. Что-то больше ничего нет. Что, прилипло, да? Скакал-скакал Дима и прилипло. О, отлепил, молодец. Что-то там ломаешь. А, может быть, это лук? Лучок. Вот он вчера мы его брали. Дима принес. Помидор-то тоже, наверное, не сама оказалась в газоне. Чего, мама? Может быть, лук? Одуванчик, помидорка и лук. Ну, вот они ближе подходят, помидоры и лук особенно. Да? А одуванчик вроде как среди них всегда растет, да? Ага. Все, забрал. Ага, одуванчик не нужен больше, да? Одуванчик нельзя тут бросать. А то он распушится быстро в одиночестве-то. Ой, упала. Ребенок колдует что-то. Ты что колдовал там, Дима? Ты что там колдовал? Ты что колдовал? С чем это ты там играешь? Это что у тебя такое? Рогатка, что ли? А? Дима? Рогатка? Колдовал. Колдовал, Дима. Наряжать. Давай, не будете переживать. Тише. Ой. А вот на горке. Он сейчас один раз скатится. Да, как классно-то, а? Все, сейчас понесется.